заканчивается, понимаешь? Она у тебя не заканчивается. Молодец, вот здорово как. Две строчки с тобой придумаем какую-то сказку, такую магическую. Вот как только ты держишь этот фадес, слушаешь, что там рояль, очень красивая партия. Прям с тебя фадес. Сначала хочу передать всем привет, а именно организаторам, педагогам и участникам данного фестиваля. Особую благодарность хочу выразить именно организаторам Gosh Projects, поскольку благодаря им я смогла побывать в Москве, познакомиться с интересными для меня людьми, с пользой провести время и, конечно же, получить бесценный опыт. Gosh Projects — это отличная возможность для каждого музыканта, ведь ты можешь раскрыть себя как индивидуальность, показать себя как личность, а также поделиться своим небольшим опытом с другими участниками, и это очень здорово. Благодаря этому проекту я очередной раз удостоверилась, что музыка — это действительно дело всей моей жизни. Именно в этой сфере я хочу совершенствоваться по сей день. Я рада, что побывала на этом проекте именно в качестве участника, поскольку это такой мощный прилив сил, мотивации, энергии. Да и как этого может всего не быть, когда вокруг тебя такие же творчески интересные люди, которые любят свое дело всей душой. Огромное спасибо хочу сказать за бесценные мастер-классы, ведь благодаря им я поняла, к чему мне нужно стремиться, поняла, над чем нужно работать и какие недочеты нужно исправлять, ведь не у всех все идеально, как и у меня. Поэтому главное знать свою цель, идти вперед и никогда не сдаваться. Добрый день, меня зовут Вячеслав Колосов, я виолончелист, преподаватель из Ростова-на-Дону. В апреле 2021 года я участвовал в международном фестивале «Мастера музыки». Хочу выразить слова благодарности организаторам этого замечательного проекта за приглашение и возможность поучаствовать в нем. Он мне дал невероятно позитивные эмоции, профессиональное знакомство и обмен опытом. Интересен был подбор педагогов, которые вели семинары и мастер-классы. Я под большим впечатлением от мастер-класса Георгия Гусева с моим студентом и учениками других педагогов. Его нестандартное мышление включает в себя не только технические, профессиональные задачи, но и актерскую подачу материала, и образно-ассоциативное мышление, вселение уверенности в себе. Очень интересная была продуманная досуговая программа, которая включала в себя посещение музеев и концертных залов. Мне хочется подольше сохранить вот эти позитивные эмоции от этого прекрасного проекта. Gosh Projects помогли нам найти музыкальных друзей по всей стране. Теперь мы встречаемся на разных площадках со своими старыми друзьями. Мы побывали в Третьяковской галерее, в Большом зале консерватории имени Чайковского на концертах знаменитых музыкантов. Проект «Мастер и ученик» — это новая ступень в развитии педагогов и учеников. Для меня, как молодого специалиста, проект дал уникальную возможность обмена педагогическим опытом с коллегами из разных регионов России, а также делиться навыками и разработками в работе и развитии молодого поколения талантливых детей. Особое впечатление произвели творческие встречи и семинары ведущих музыковедов Дины Константиновны Кернарской и Александра Львовича Макалыгина. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем творческого процветания проекту.